Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы будем вязать такой интересный снудик, универсальный. У меня 200 граммов ниток. Вот, если видно, они у меня уже перемотаны в клубки. Тут шерстяная ниточка, метраж где-то около 200 метров в 100 граммах. Набираю я петли. Сорок петель я набрала. Кстати, забыла сказать, спицы троечка. И вяжем лицевыми петлями, то есть платочной вязкой, ровно, без добавлений, без убавлений. Все ровненько, гладенько вяжем платочной вязкой. Кромочную провязываем изнаночной. Вот сделала я такую заготовку. Сейчас я вам ее измерю. Значит, ширина у меня 21 сантиметр. А длина 41. Вот, 41. Вот если вдвое сложить, вот так вот она выглядит. Теперь будем делать петелечки. Первую петлю снимаем. 4 провязываю, то есть с краешка у меня 5 петель. Закрываю 2 петли. Вяжу 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее 2 петли закрываю. 1, 2, 12 петель вяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 закрываю и остается у меня 5 петель. Довязываю до конца ряда, поворачиваемся. Теперь нам нужно восстановить эти петли. Вяжем до момента закрытия петель. Делаем 2 воздушные петли. Далее вяжем наши 12. Делаем 2 воздушные петли. Вот видите, там где у нас закрыты петли. Снова вяжем 12. Делаем 2 воздушные петли и довязываем до конца ряда. Следующий ряд вяжем все лицевыми, и те набранные наши воздушные петли все вяжем как обычно, как мы вязали до этого. Вот они, воздушные петли, я их провязываю лицевой. И вяжу еще высоту пару сантиметров. Вот провязала я после дырочек еще 3 сантиметра. И теперь петли мы закроем. Закрываем все петли до конца, не затягиваем, то есть не стягиваем сильно, свободненько закрываем. Доходим до конца ряда. Последнюю петлю оставляем на спице. И теперь с кромочных мы набираем петелечки на спицу. Вот из
из каждой кромочной по одной петли. Из задней стеночки, передняя остается здесь. Набираем до конца ряда, но в конце ряда 2 петелечки оставляем, не доходим кусочек. Теперь поворачиваемся, вяжем изнаночными петлями. Лицевой ряд лицевыми, изнаночными изнаночными, то есть лицевой гладью 10 сантиметров. Вот провязала я 10 сантиметров чулочной гладью, даже не 9,5, где примерно 10 сантиметров, смотрите, девчонки. И теперь перехожу на платочную гладь, вот такую вот. Все лицевые петелечки, еще пару сантиметров, мы провяжем платочной гладью. Вот провязала я еще 12 рядов платочной вязкой. Всего у меня здесь получилось около 13 сантиметров, 12,5. Теперь я все петли закрою и далее будем собирать это все в кучу. Так, вот наш снудик готов, будем собирать его. Для начала складываем вот так вот, отмечаем места наших дырочек, можно булавочкой, можно маркером, и вот так вот сюда пришиваем 3 пуговички напротив дырок, перекладываем через себя вязание, вот так вот пришьем пуговички. Вот так вот это выглядит с пуговичками. Теперь берем иголочку с тоненькой ниточкой. Нам нужно очень аккуратно все пришить. Вот здесь вот. Видите? Здесь мы вот так вот перекладываем. Красиво. И внахлёст, немножечко внахлёст пришиваем тоненькой ниточкой, чтобы скрыть ее. Не было видно ни с лица, ни с изнанки. Пришиваем. Друг на дружку. И двигаемся в эту сторону. Теперь продеваем иглу на внутреннюю сторону. И вот этот зазор, который мы оставляли, пришиваем сюда. Теперь возвращаемся. Выворачиваем. Вот здесь вот теперь еще пришиваем вот этот краешек, и все. Тоже аккуратненько. И все у нас готово. Здесь делаем аккуратный узелок. И всю нитку обрезаем. Вот и все. Все у нас готово. Вот так вот оно выглядит в готовом виде. Вяжите, очень симпатично получается. Способы одевания вы сейчас увидите на фотографиях. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.